Так, ребят, показываем вам вольтаж. На тандре у нас 64,8. На тандре чуть больше, я так думаю, что чем на бандите будет. На бандите 62,2. Не знаю, по мне все равно мини-моторс есть мини-моторс. Тандер есть тандер. Думаешь, круче? Все самокаты хороши в своем роде. Готовы? На старт. Внимание. Пошел! Тандер ушел. Причем ушел так очень хорошо. Да, там прям, мне кажется, вообще без вариантов, там еще уходит и уходит. Из 5 самокатов, которые у нас сейчас на тесте, напомню, это у нас идет Ультрон Т11, 45 ампер, как контроллер синусная, лимитированная версия. Ультрон 128, 45 синусный. 108, 45 синусный. Айбалс Бандит, 45 амперные контроллеры обычные. И Дуалтрон Тандер. По всем заездам Дуалтрон Тандер уделал всех. Бандит, в принципе, Ультроны. Сколько он уже вытерпел? Да, причем, как я говорю, бандит он прошел, да, 700 километров, но причем каких 700 километров? Огонь и воду, по внешнему виду мы с вами видим, ребят, да, то есть там подножки практически нету, держится на скотче, да, там крыло, супер тюнинг переднее и заднее. А вон одометр-то покажи. Ну, 700 реально, 699. Ну да. Не, просто причем, говорю, 700 километров, когда ты там свой самокат эксплуатируешь, да, бережно, когда он у тебя побывал, где только, точнее, не побывал, в каких условиях именно на тестах, то есть это совсем другая история. Поэтому. Ну, здесь, да, ушатали все, кто не купит. Все ушатали, да.